условия для проведения нашего матча. Константин Генич и Георгий Черданцев комментируют эту встречу для вас сегодня. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Поскорее бы начало, все заждались. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственный момент. Я думаю, ты не удивишься. Хочу спросить тебя о Депай. Ну, это известный мастер дриблинга, поэтому сегодня ждем от него сольных проходов, и наверняка парочку мы точно увидим. Главная звезда Барселоны Лионель Месси выиграл всевозможные командные и индивидуальные призы с Барселоной. Единственное, что не покоряется аргентинскому форварду, так это трофеи на международной арене со сборной, в частности, чемпионат мира и Кубок Южной Америки. Ну, время исправить эти недостатки еще у Лионеля есть, и однажды, может быть, он встанет в один ряд с великим Диего Марадоной. На экране состав команды «Хозяин». На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Барселона с первых минут выпустил на поле следующий состав. Марк Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Ферран с первых минут играет с Депаем на флангах полузащиты. И в нападении с первых минут играет Пьер-Эмерик Абумия. Барселона начинает первый тайм. Ну что, гости сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе любой ценой. Если хозяева, конечно, на то согласятся, в чем я сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым. Так что посмотрим, кто лучше изучил сегодня соперника перед игрой. Бьет по воротам. Вратарь намертво забирает мяч. Ошибся в передаче Абумиянг. Ходит мяч у них. Удивительная игра в исполнении Тер Штегена. Центр штрафной, пошла подача. Вот это Тер Штеген! Как он справился с этим ударом? Высочайший уровень. Абумиянг. Абумиянг. Мемфис Депай. Джорди Альба тащит мяч вперед. Абумиянг. Вполне за это можно желтую дать. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Спасает ворота голкипер. Да, очень здорово он прочитал этот стандарт и выручил свою команду. Неплохой удар, но и вратарь хороший. Вратарь спасает сейчас свою команду. Такой сейв дорогого стоит.